Сегодня 7 июня 2017 года, 15 километров на север от Симферополя, знойная крымская степь, практически полупустыня. Сегодня сниму фундуки свои разных годов формировки. Вот перед нами куст, которому пошел 6-й год, формирую его кустом. В прошлом году дал он 6 орешков, в этом году вообще ничего не видел. Это экспериментальный куст, я его только поливаю. Здесь три скелетные ветки. Только поливаю и вообще не трогаю. То есть никаких обрезок, никаких формировок. Мне просто вот интересно, что из него получится. Даю этому эксперименту еще 2 года. Но если за 2 года он, этот куст, не образумится и не начнет нас радовать обильными урожаями. Вот здесь я оставил один порослевой побег. Вот. И тогда через 2 года, если эксперимент не удастся, я из этого порослевого побега буду формировать дерево, а все остальное, все эти вот эти ветки уберу. Кстати, замечу, что этот саженец в свое время покупался как трапезунд, но оказался он не трапезундом. Думайте, у кого брать саженца. Вот тоже 6-й год пошел в фундуку, тоже брали как трапезунд, оказался не трапезундом. Плоды у него мы увидим только в этом году, первый раз. Плодов здесь много. Вот здесь совсем низенький штамбик получился, 15-20 сантиметров и 3 скелетные ветки. Но формирую его вот такой вот открытой чашей. Вот середина абсолютно освещаемая. Видны здесь плоды, то есть середина не пустует. Середина тоже дает плоды. Вот завязи. Ну, естественно, на внешнем периметре тоже завязей полно. Урожай хороший будет. Дерево я продолжаю формировать. Вот новые скелетные ветки пойдут. Сейчас у него самая высокая ветка достигла чуть больше 2 метров. Я его планирую довести до высоты метров 3-3,5. Будет вот такое интересное высокое дерево с низким штамбом. Ну и вообще, вот чтобы, на мой взгляд, понять, что такое правильное дерево и правильный куст. Вот правильный куст, это вот попытайтесь втянуть его сантиметров на 40-50 в землю. И то, что окажется над землей, это будет правильный куст. Правильное дерево, это приподнимите его, увеличите штамп еще сантиметров на 30-40, это будет правильное дерево. Так что, мне кажется, принципы одни и те же. Продолжу снимать отводки. Это 2-й год вегетации саженец. Свой саженец. Посадил его 3-леткой. Хороший ствол, мощный был у него. И вот на 2-й год он мне что показал. Вот рост скелетных веток. Вот рейка стоит. Я померил больше 40, 45 сантиметров прирост. И на 2-й год рост у него 1,5 метра. Вот что значит собственные отводки. Для себя сделанные. А вот рядом тоже саженец был посажен 2-го года вегетации. Вот сравните вот этот вот и вот этот вот. Скорее всего, я верхушку здесь буду удалять. Ну как верхушку, а основной посаженный отводок буду удалять. Потому что вот смотрите. Ну вот из этого прироста, который он мне дал, никакой скелетной ветки не получится. Буду пробовать формировать дерево вот из этой поросли. Хотя поросль тоже такая хиловатая. Ну вот предыдущий большой саженец, который только что показывал, это был опылитель. А вот трапезунд тоже полученный своими силами. Значит, рост у него 1,45 м. Тоже 2-го года развития. Тоже вот посмотрите на побеге, сколько у него получилось. У этого 45 сантиметров побеги за по состоянию на 7 июня. Великолепный результат. Вот поэтому я всем дачникам, любителям рекомендую. Если у вас есть потребность посадить там 2-3 штуки, 2-3 ореха фундука, и где-то поблизости у кого-то, у соседей есть хороший куст с хорошими плодами, ну скооперируйтесь, укорените себе эти отводки, сделайте это сами. В интернете масса информации, как это делается, там очень легко делается. У меня есть видео, как это делается. И получите себе нормальные, хорошие отводки. Ну, понятно, это если не гектарные посадки, а вот 2-3 штуки, по-моему, лучший выход.
Вот тоже второго года вегетации. Ну вот как вот из этих хиленьких побегов мне формировать скелетные ветки? Вот более-менее побег, но он неустойчивый, я не знаю, он, видите, вниз пошел. Конечно, можно попробовать его вот так вот зафиксировать, но это все тягомотина. Скорее всего, до осени я посмотрю на него и буду, наверное, тоже формировать из какого-нибудь порослевого побега дерева. Я уже согласен даже вот на такие вот, вот двухлетка пошла. Ну, не блещет она, но, тем не менее, что-то как-то из него можно формировать. Вот такой середнячок. Вот еще собственный отводок тоже прекрасно растет. Единственное, у меня здесь проблема будет. Вот верхняя скелетная ветка, она перехватила роль лидера и пошла вертикалить, вертикально вверх. Мне ее потом, наверное, придется осенью как-то вот так вот ее пригибать, фиксировать, чтобы она в сторону шла. Вот тоже отводок. Это, правда, покупной отводок, но тоже великолепный. Вот рост у него 1,20 м. Вот метр и еще 20 сантиметров. Тоже отлично развивается. Второй год вегетации. Вот. И очень часто, практически всегда, вот такие вот молоденькие листочки, они имеют вот такой малиновый цвет. Тоже великолепное развитие на второй год. Вот отводок, взятый мной у Николая Винтера. Отлично развивается. Хорошая у него поросль, которую можно будет на следующий год укоренять. Хорошее развитие. Ну и вот дальше пошли тоже отводки, приобретенные у Николая Винтера. Николай, привет тебе. Спасибо. Хорошие саженцы. Отличное развитие. Вот они, двухлеточки. Качество от Николая Винтера. Вот однолетки. Это такой, знаете, среднеслабый отводочек. Вот если есть вверху такой пенек, его надо вот так вот привязывать веревочкой аккуратненько восьмеркой и вертикалить, что я и сделаю. Вот первый год вегетации. Тоже хороший мощный побег. У него из пазух идут почки, вот видите. Из них разовьются ветки, но их нужно удалять до тех пор, пока этот побег не достигнет уровня штамба. Вот я себе планирую высокий штамб, вот когда он примерно до сюда дорастет, вот выше пальца, я начну оставлять эти побеги, и за этот год я уже начну формировать из этих побегов скелетные ветки. Ну и, разумеется, эти побеги должны почки смотреть в разные стороны, между ними должно быть определенное расстояние. Вот хороший саженец, сильный, позволяет даже в первый год уже заложить скелетные ветки. Вот великолепная однолетка. Я здесь оставлю два побега. Вот один побег и второй. Потому что корни сильные. И я за один год получу два побега. И из них уже потом буду формировать скелетные ветки. Ну вы посмотрите, какое прекрасное развитие в первый год. Вот что значит хороший саженец. Кстати, саженец тоже приобретенный, трапезунд. Осенью 2016 года мы приобрели и посадили очень хорошие отводки трапезунда. Ростом и развитием я доволен. Вот так развивается аддирок сорта президент. Ну, аддирок — это такой, можно сказать, низкокачественный саженец. Ну и, соответственно, он стоит дешевле, раза в 2-2,5. Вот этот дирок сорта президент, привезенный мне из Сочи, из того института, где он и был выведен ученым Махно. Так что вот будем поливать, посмотрим, что из этого президента получится. Посмотрим на орехи, на развитие. Но сорт очень хороший. У меня порядка 50 вот таких вот штук. Ну а вот это краснолистный сорт Екатерина. Посажена здесь была трехлетка. Оставил я штамп где-то метр. И экономя один год, прямо в первый год формирую на нем скелетные ветки. Кстати, все краснолистные сорта, их можно называть условно краснолистными, потому что до конца июня, вот видите, у них уже листья из фиолетовых превращаются в такие темно-зеленые. Но тем не менее, все равно можно в месяца 2-2,5 полюбоваться фиолетовыми листьями. Ну вот, ретроспективно наша плантация освоена.
Вот вырываются траншеи, перебираются, крупные камни выбираются и закидывается земля. У них вот продолжение рядов, а вот то, что еще будет осваиваться. Вот. Ну, хочу вам показать, вот даже перебранная земля, как бы крупные камни были убраны. Ну, это все равно сплошной мелкий камень. Земля здесь, конечно, не плодородная, но тем не менее фундук чувствует себя прекрасно. Приствольные круги мульчируются. На второй год в них добавляется перепревший навоз. Хорошо поливается и растет все прекрасно. Поэтому людям, которые живут в более благоприятных местах, чем эта полупустыня наша крымская, продуваемая всеми ветрами, сам Бог как бы велел заниматься этой прекрасной культурой фундуком. Всем добра, удачи, до следующих видео.